Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаем изучать томатов. Вот дошли до сорта Кармен. Сорт Кармен многие выращивают, многим он нравится за его скороспелость. Сейчас посмотрим, что нам пишет производитель этих семян. Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий с красивыми малиновыми плодами. Куст полудетерминантный, высотой до 90 см, требует посынкования до первой цветочной кисти, это называется частичное посынкование. Потом плоды малиновые, округлые, весом до 250 грамм, очень вкусные, красивые, плотные. Куст буквально усыпан яркими плодами. Урожайность сорта до 3 кг с куста. Посев на рассаду производят за 50-60 дней, это все как у всех. И на 1 квадратный метр размещают 3-4 растения. Но вот здесь мы видим, что урожайность указана уже 3 кг. По сравнению, сейчас я вам напомню, до этого у нас был рубиновый кубок. Он указан вот 5 килограммов с куста. Поэтому вот вы видите, что томаты все бывают очень разные. Но эти красивые пораньше поспеют, малинового цвета, но 3 килограмма с куста. Эти немного будут покрупнее, чуть попозже, но больше урожай, 5 килограммов с куста. Поэтому, когда вы будете выбирать, вы должны определить, что вам важнее, или скороспелость, или крупноплодность, или какие-то другие качества. Вот это у нас знакомство с сортом Кармен. Невысокая, 90 сантиметров. Плод такой довольно-таки большенький, 250. Но указана урожайность не очень большая, 3 килограмма. Но опять же я напомню, что вот эту предполагаемую урожайность, которую заявляют производители, некоторые люди увеличивают за счет хорошего, такого тщательного ухода и плодородия своей почвы. Он может быть и 3, а может быть и 5. Это как постарается сам садовод-огородник. До свидания, с вами была Ольга Чернова со своими краткими описаниями томатов. Вот это был сорт Кармен, малиновый, 250 грамм, 90 сантиметров в высоту, 3 килограмма с куста.